Вот у меня счастливый номер 13. Ребята, давайте несколько шагов назад, и мы же с вами все равно еще будем 2,5 часа. Thank you very much, because you are not for the order and everything. С чего мне бояться в России? Что со мной может плохого случиться в России? Мы так ждали просто ваш комментарий. Он возвращается в страну, потому что действительно является ее патриотом, на мой взгляд. Он мог бы хорошо жить в любой стране мира, вот, но он действительно рискует, но понимает, что, будучи за рубежом, в изгнании, он не сможет так, скажем, руководить своими сторонниками, как будучи в стране. Я склоняюсь к тому, что арестуют. Я думаю, что как бы это было не грустно, но прям с трапа его, я думаю, снимут. Вот. Потому что наша власть ни на что более хитрая не способна, на мой взгляд.